торговец вином, оставивший свою телегу у лавки мясника Вито. Если не хочешь платить штраф, убери ее. Да хранит вас Бог, господин. Форца! Парла Мадонна, я не знаю. Пора отсюда уходить. Спасите нас! Приводит ужас даже силачей. Не плачу! Она тварь! Это убийца! Это заслуженное наказание за бесчестную жизнь. Сколько нам еще стоять здесь, Сансоне? Я совсем замерз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Паци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорее бы домой и рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Вот он!
Мерда! Дверь! Оставайся здесь, я проверю, в чем дело. А говорили, что будет легко. Говорил тебе, не нужно было сюда приходить. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог! Этот капюшон. Бейте его! Постой! Похоже, твоя мать была уродливой шлюхой! Сансоне! Я вернусь со стражей! Да, да, кажется, они отстали. Нужно найти выход, или мне конец. Оставь меня в покое! Я бегу быстрее, чем он! Да, да, кажется, они отстали. Он меня не догонит. Нужно найти выход. Наконец! Нужно найти выход. Или мне конец. Беги быстрее! За мной гонится ассасин! Убейте его! Он похож на... Вон он! Бей его! Аспект un momento. Парни, вспомните, чему я... Спокойно, парни! Он ошибется, когда мы его... Чему я вас учил? Спокойно, парни! Он ошибется, тогда мы его и возьмем. Thank you.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniet semper. Grazie, padre. Бернардо? Все здесь. Мечи, дубинки, топоры, луки, доспехи. Наши люди ни в чем не будут нуждаться. Значит, Папа Римский дал свое согласие? Он благословил нас, но с условием, чтоб никто не погиб. Утром мы пойдем к собору, сеньор. Сети расставлены. Правда, это было нелегко. Его брат то и дело меняет планы. Си, нам нужно потрудиться, иначе завтра Джулиана вообще не встанет с постели. В чем дело, Якопо? Думаешь, они что-то подозревают? Невозможно! Медичи слишком горды или глупые, чтобы что-то заметить. Или то и другое. Не стоит недооценивать наших врагов, Франческо. Или ты забыл, как погиб твой собственный сын? Маэстро, на этот раз мы будем готовы к неожиданностям. Клянусь! Молто бене, мне пора. Нужно разобраться с другими делами до возвращения в Рим. Господа, завтра над Флоренцией взойдет новое солнце. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Смотри, точно такая же статуя была на вилле Аудиторе. Похоже, я нашел одну из гробниц ассасинов, о которых упоминал дядя Эцио. Теперь, когда нам известно, как попасть в гробницы, я занесу их координаты в базу данных. Я знаю, где и когда будет Франческо, но... В чем дело? Я кое-что узнал. У них есть оружие, которого хватит на целый гарнизон. Их поддержал даже Папа Римский. Хм. Это очень похоже на него, но... Хм. Что они задумали, черт возьми? Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдет туда на мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся. Если мы потеряем Лоренцо, и Флоренция окажется в руках Пацци. Этого не произойдет. Обещаю. Надеюсь, что ты прав.
Было. Должно быть, совсем заработалось. Диу де Челло, он сумасшедший. Проваливай! И чтобы я тебя больше не видел! Сейчас же, слезай! Подходи, не стесняйся. Пер фавор, не трогай росписи на стенах. А когда твои люди будут красить крышу,
Постарайся, чтобы не пострадали реликвии наверху, в лантерне. Они очень ценны для нашей церкви. Да, да, падре. Только не забудь заплатить нам за работу. Бене, если я упаду, у меня будет запасной вариант. Yeah.
Вспышкой чумы кардинал не сможет служить мессу на будущей неделе. Свежий пья! Вот так, мой друг, скоро вам станет лучше. Thank you.
назад, тварь! На помощь! Это убийца! Это Лоренцо с женой. Это Джулиано, брат Лоренцо. Но где же Франческо? Вот он. Пора нанести удар. Крепа, традитор! Джулиано, нет! In nome di Dio! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Тебе конец, Лоренцо! Все твои родные падут от моей руки! Негодяй! Убийца! Я тебя прикончу! Ты сам во всем виноват! Но сдохни же, наконец! Подождите, пожалуйста, мне нужна помощь! Спас мне жизнь. Это пустяки. Но мы должны отомстить тому, кто это сделал. Не сейчас. Мне нужна помощь. Домой. Там верные люди. Ты можешь? Ко мне. Я истекаю кровью. Держите, сеньор. Я постараюсь поднажать. Я убью Франческо Пацци! Я убью! Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Тише, Андиано. Что мне не придется драться. Ну что ж. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Я еще не разучился обращаться с оружием. Я надеялся, что мне не придется драться. Идем. Я с тобой, брат! Не сомневайся, я смогу тебя ул... Так, сюда. Черт! Надо отсюда выбраться! Во! Нехорошо! Черт! Надо отсюда выбраться! Ты все равно умрешь, кретин! Ему не уйти! Я надеялся, что мне не придется драться. Ну сюда. Что ж.
Алимали, помогите! Господи, помолю! Алимали, помогите! Пожалуйста, не убивай меня! Он он! Бей его! Я вижу его! Ладно! Не сомневайся, я смогу тебя уложить! Злился, что мне не придется. Я еще не разучился обращаться с оружием. Идем. Не сомневайся, я смогу тебя уложить. Эккола, бей его! Я еще не разучился обращаться с оружием. Не отставай. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Я буду стрелять! Это через Эккол, пецца ди мерде! Где? Слезай! Эккол! Вон он! Не сомневайся, я смогу тебя уложить! За мной! Прикончить его! Эккол, быстрее! За ним! Я еще не разучился обращаться с оружием. Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж... Я еще не разучился обращаться с оружием. Не сомневайся. Идем. Немедленно, идиот! Слеза туда, быстрее! Туда, быстрее! Я надеялся, что мне не придется драться. Ну что ж. Следуй за мной. Пощадите. Не отстань. Лоренцо ранили! Априте ла порта! Назови пароль! Полициано, открой эту чертову дверь! Святая Троица, ходите быстрее! В городе идут бои! Скорее! Постой. Я твой должник. Но скажи, почему ты помог мне? Ты не единственный, кто лишился брата по вине Пацци. Меня зовут Эцио Аудиторе. Ты сын Джованни. Твой отец был хорошим человеком. Он знал, что такое верность и честь. Громилы Пацци штурмуют дворец сеньори. Нашим долго не продержаться. Нет, если они ворвутся во дворец, то перебьют всех наших сторонников и захватят власть. Тогда моя жизнь будет мало что значить. Я должен... Франческо Пацци, спаси наш город, Аудиторе. Убей его.